готовились, не знали, какая команда у них, так же, как и у нас. И они всегда играют быстро в баскетбол, всегда результативно, поэтому знали примерно, что будет. Много у них молодежи, которая тоже может играть. И, в принципе, когда все были, тоже им давали шансы, они играли. И находились много времени на площадке. Ну, мы сегодня сыграли отлично. После первой половины намного лучше защищались и уже оторвались под конец игры. Сыграла хорошо вся команда, у нас было много молодых ребят, которые буквально присоединились к нам несколько дней назад, и им тяжело психологически играть здесь, поэтому старался помочь, подарить, так же, как и все наши ветераны старались им подсказать что-то, но они сыграли хорошо, старались, что-то получалось, что-то нет, но было видно то, что у них было огромное желание. First of all, congratulations to the team for the win. It's a new circle for us, and it's something you know, we have tried to work out together the last, let's say, 7 days. And obviously, we had a little bit of a slow start, especially defensively. But I think we established a good game during the three last quarters, and we were dominant. Even though we were not in the best shape, but we were dominant on boards and also moving the ball well. We share the ball well, and we managed to bring the W. So, of course, for everybody is a new situation. Congratulations to the players for that win. And good luck to them.